Привет, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Вы знаете, что каждый уважающий себя отель в Турции имеет турецкую баню, хамам, и также предоставляет спа-процедуры. Вам сделают там релаксирующий массаж на 1,5 часа, подадут вам кофе, вы будете счастливы и довольны. Отель «Карелка» находится сзади меня. Это поселок Бельдиби, совсем недалеко от Кемера. Посмотрите, какой вид. Сзади меня находятся горы. И услуга стоит всего $20, 1,5 часа. И давайте теперь пройдем и посмотрим, как все происходит. Как только вы зайдете в отель, с правой стороны вы увидите вывеску. Вот такую вывеску. Здесь будет написано на нескольких языках. И маска для лица со скидкой, пена, массаж, несколько языков. И почему же турецкая баня, хамам и его польза для оздоровления кожи и тела? С помощью перчатки, которая сделана из верблюжьей шерсти и шелка, снимается верхний ороговевший слой кожи эпидермис, открываются поры, кожа насыщается кислородом, улучшается кровообращение в капиллярах, что придает блеск и свежесть вашей коже. По левую руку от ресепшена вы увидите вот такую вывеску. И вам надо идти вот туда, вниз по лесенке. Давайте пройдем. Спуститесь по лесенке и увидите вот такую вывеску. И поворачиваете направо. Идете вдоль по коридору. Вот так вот проходите и попадаете вот сюда на ресепшн. Клижетерина, ее специально натерли варежкой. Как ощущение? Все красно, все горит, не 7 потом сошло, а все 15. Релакс. Релакс. После пены. Сейчас дадут чай. Как состояние? Да? Очень жарко. Очень. После комнаты релакса еще продолжение массажа вот в такой комнате. О, что это у тебя на лице? Меня помассировали, я вся в масле. Отлично. Как состояние вообще? Хорошо. Все кости размяли. Через 1,5 часа можно масло снимать. Окей. Че, весь уже мокрый? А? Ментол такой, да? Или соль? А? Я даже не знаю. Соль, ну прям аж слезы. Хорошо, что я не красилась. Труд тряпочкой. Перчатка, да, специально? Да. Как ощущения, Борис? Отлично. Отлично. Тарелочка. Викося, тебе все хорошо? Да? Не жарко?
одеваться. После турецкого хамама и растирания комната релакс. Скажите, девушка, как ваши ощущения? Вам понравилось? Да. Голова не кружилась, сердце не прыгало? Все отлично? Да. Хорошо. Пойдем вот у мужчины спросим. Я вся белая. Мужчина вам нравится? Ты видишь, я вся белая. Чай, кофе, да, заказали? Ты вся белая. Подсветки. Неон. Вот такая комната. Расслабляющая. Борис, как самочувствие? Отлично. Вика, как самочувствие? Хорошо. Если будет больно, массаж, ты говори, хорошо. Почему ты без маски еще? Да? Все, уже помассировали? Не уснул? Ох, какая красавица! Что она делает, эта маска? Маска ссаливает всю кожу. Помолодеешь после этой маски на 2 года. Мне сказали на 5 лет. А Вики, ну, Вика, Вики, значит, будет Вика 5 лет. Исчезнет. А, 7 лет будет. Бороду тебе нарисовали. Вика пришла, моя дочь, пришла из спа-процедур, уже все закончила. Тебе понравилось? А? Мне понравилось. Что тебе понравилось больше всего? Как мы массаж делали. Да. Напенили тебя еще, да, в хамаме? И маску делали? Все понравилось. Кожа гладкая, да? Да. Хорошо. Посетила я сегодня спа-процедуру. Очень осталась довольна. Вот, смотрите, вся красная. Поэтому всем рекомендую отель «Тарелка».